Меня зовут Шахмаметьев Рашид Олегович. Я житель города Нижний Новгород. В лотерее «Рапида» я выиграл почти 3 миллиона рублей. Мой выигрыш был бы невозможен без верных и преданных друзей и моего жизненного кредо, жизненного девиза. Дарить людям добро, и это добро вернется вам в многократном размере. Друзья, чем больше позитивных, хороших, добрых, благих поступков вы сделаете, тем больше позитивных жизненных моментов вам подарит судьба. Удачи!